Работу по громадянско патриотичному выхованию в Аушатском районе разглядели удельники выездного президиума областного совета депутатов. На сустречу запросили керовников ведущих громадских формирований у Витебщины, как поделиться огульными напрацовками. Народные обранники наведали памятные местины Ушатшины и усклали кветки до мемориального комплексу прорыв. обязанности у наших корреспондентов. грамадзянска-паттрыятычнае выхаванне як аснова дзяржаўнай іэалогіі. Для меркавання падобнай тэмы шаадчына была выбрана невападкова. Гэта партызанскі край, палітая крывё і гераічная зямля. Радзіма цэлы плеяды пісьменнікаў і паэту, чя шматлікія творы прысвечаны позвігу беларускага народа у гады вялікай айчыннай войныны. і ў раёне імкнуцца зрабіць усё магчыма, каб захаваць гэту спадчыну для нашчадкаў. то, что здесь, конечно, большие традиции по гражданскому патриотическому воспитанию молодежи, это однозначно. Хотелось бы и на примере именно работы Ушачского района показать, как строятся все аспекты по данному направлению. Плюс хотелось еще раз бы обратить внимание, конечно, на наш прорыв, показать, что сделано, как сегодня функционирует данный мемориальный комплекс, ну и показать ряд других аспектов работы именно в этом районе. Традиций очень много. Это и шефство над ветеранами Великой Отечественной войны. На достойном уровне проводится работа по сохранению мест увековечения памяти. У нас всего 113 памятников, из них 32 воинских захоронения имеют статус. Та колоссальная работа, безусловно, которая проведена в прошлом году на мемориальном комплексе «Прорыв». Я еще в 2004 году Ушатский район в области вызначили и Оголовный центр по громадянско-патриотичному выхованию молодежи. І работа не стаіць на месцы ў гэтай справе не маробезі, трэбаба знайсці падыход да кожнага маладога чалавека, Каб ён меў цвёрдую грамадзянскую пазіцыю і актыўна ўдзельнічаў у жыцці краіны, прыкладам гэтаму з'яўляюцца ваххаванцы арэхаўскай школы, якая мае экалагічны напрамак. гражданско патриотическое воспитание мы рассматриваем в нескольких аспектах. Воспитание гражданина – это здорового телом, здорового духом. В то же время школа базовая по экологическому направлению и рачительное отношение ко всем ресурсам, которые имеются у нас в стране. Это тоже отличительная особенность настоящего гражданина. О другой половине дня удельники посяджения наведали будовлю нового физкультурно-оздоровленчего комплексов в Ушачах. Побывали у музея народной славы и мягкий Светкага союзалада Лабанка усклалі кветкі да мемарыяльнага комплексу прарыў, які ў мінулым годзе дзякуючы агульным наммаганням істотна абнавіўся. Сустрэжа на ўшачанне стане нагоды для раёнах іградскіх саветаў- дапутатаў прааналізаваць удзел сваіх структур і арганізацый у грамадзянска-патрыяттычным выхаванні. Сяррггіймі Сураін керылкайсберг навіны витебск.